С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях группа «Ларго», город Краснодар. Здравствуйте. 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 Спасибо вам за ваши песни. Для нас, конечно, это было появление вашей неожиданностью. Вот. Но зато мы поняли, что мы можем оперативно реагировать на события. То, что вы живые, то, что вы соприкасаетесь с духовной жизнью, это радует. Вот, ну, в Краснодаре там больше солнца, да? Ну, немножечко. В Питере-то здесь дожди, мы немного пришиблены здесь немножко. Но здесь все равно у нас творческая атмосфера кипит. Вот, и у меня вопрос был, знаете, по Краснодару. Вот, что там, что, ну, люди захотят узнать, какая там обстановка именно вот в культурной жизни, в православной жизни, как там молодежь, вот, и существуют ли какие-то вот движения, вы участвуете ли в них? Вот молодежный, допустим, отдел епархии, активно ли там все? Вот как? Батюшка, вы знаете, очень активно. Молодежь прогрессивная, молодежь активная, молодежь обучающаяся. Хочет и рвется действовать. Да, да. И вы знаете, вот буквально недавно мы провели, кажется, первый, точно не будем говорить, но мы, кажется, первый, провели акцию в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Кстати, символично, да, что мы здесь находимся, у вас об этом говорим. И мы с молодежью города Краснодара провели такую акцию. А что, это флешмоб? Нет, почти. Ну, не совсем флешмоб. Собралось количество людей определенное напротив администрации края, города, края Краснодарского. И мы спели песню Олега Газманова «Мой храм». «Возврати себе храм». Слава там, «Возврати себе храм, возврати себе свет, этим светом будь свят, этим светом согрет». И вот люди пришли на эту акцию, несмотря на то, что был дождь. Мало рекламы было вообще, мало где говорилось. Практически не было. Да, практически не было, но люди пришли. Мы записали видео, сделали видео, отправили. Это все было показано на Патриархии. Кажется, телеканал «Союз» это все транслировал в новостях, показывал об этом. Молодцы. И вот молодежь у нас очень активная. Пришли, поддержали. И вот нам очень было приятно, что мы, вот Саша сказал, что мы первые. И после нас уже другие города, другие епархии, другие митрополии начали делать такие же подобные акции, чтобы Исаакиевский собор вернулся в лоно Русской Православной Церкви. То, что историческая справедливость восторжествовала. Ну, да. Также вот недавно мы участвовали в православном Азове. Тоже замечательный молодежный православный фестиваль, который проводился в Ейской епархии. Владыка Герман. Вот, приглашал нас. Мы с большим удовольствием откликнулись, участвовали. И у вас фестивали бывают, да, музыкальные? Да, да. Это детский лагерь на море православный. А ярмарки такие вот? Вы знаете, в определенные православные праздники церковные бывает и все. На день Петра и Февронии тоже какие-то там концерты дают постоянно на площадях. Ярмарки, выставки, творчество. Из района всего приезжают в Краснодар. Люди, дети, семьи показывают то, что они умеют. Это все с православной тематика, все это с... Ну, вы тоже с это такой, поддерживаете, да, это движение? Да, стараемся поддерживать. Помимо этого, мы еще и ездим по епархиям. Вот были буквально недавно в Башкортостане у владыки Амвросия, были в Димитровграде, были у владыки Диодора. Тоже там давали концерты. И там тоже на День молодежи мы были, на 15-го, не помню чего. Ну, неважно. Были вот там молодежное движение, молодежь в зале, мы давали концерты. Это все очень активно. На Кубани, очень активно молодежь занимается продвижением православия. И очень много этих форумов в интернете, очень много сайтов и достаточное количество. А творчество? Ну, все делятся своими какими-то умениями. Вот кто-то играет, кто-то занимается художественным творчеством, то есть каким-то рукоделием и так далее. Хор семинаристов замечательный на Кубани. Ансамбли разные православные. Эти все. Ну, вот, ну, там же Кубань славится голосами. Голосистые, да? Да. Раньше, наверное, по-моему, оттуда приезжали люди сюда, в Петербург, голоса искали, да, когда они пели в капеллах. Ну.
Раньше такое просто... Ну, знаете, поговорка такая есть. Вот да. Мы когда в хоре работали с ребятами, он говорит, у нас на Кубани каждая собака баритоном гавкает. Басом пое. Причем, ключевое басом слово, пое. Гавкает. Басом пое. Да, или басом пое. Ну, пое. Мы як заспеваем, так что... Ой, пачка. Ну, вот. Ну, давайте что-нибудь заспевайте. Ну, сейчас споем что-нибудь. Нас исповедь. Да? Сейчас. Вторая, да? Да. Песня да. Владыки Павла, написанная Владыкой Павлом, митрополит Сургутский, Ханты-Мансийский. А вот немножко расскажите, как это появилось, эта песня в вашем репертуаре? Ну, нам подарил ее Владыка Павел. Прям вот... Вы знаете, вот огромное счастье вообще для нас было знакомство с этим человеком, потому что после знакомства, после общения, вот у нас троих что-то поменялось внутри. Все поменялось. Мировоззрение другое, отношение к церкви другое, отношение к ближнему другое. В общем, очень много можно рассказывать бесконечно, но... Самое главное, к себе дружба, отношения. И к себе отношения, и к коллективу, и внутренней работе коллектива отношения другое. И к репертуару, ко всему. У нас случилась большая дружба, мы общаемся, мы ездим туда с концертами. В прошлой передаче мы говорили, то, что мы давали серию концертов в честь пятилетия Ханты-Мансийской епархии. И вот Владыка после всего этого говорит, я вот давно-давно написал песню. Я летел в самолете, и меня вот вдохновение посетило. Я на салфеточке написал, где-то лет 27 назад, кажется. Но там была другая немножко. Да. В составе духовной миссии он летел в Иерусалим впервые в жизни. Да. И есть... вот он говорит, как будто он не мог спать, он очень волновался. И откуда-то пришло в голову самое интересное, что не только слова, но и мелодия сразу. То есть он нарисовал на салфетке вот этот текст, а мелодия он не мог остановиться, ему он все время ее напевал. Прошло много-много лет, и вот в разговоре мы узнали о том, что у него есть очень эта интересно. Песня. Мы так вот, Владыка, может вы позволите нам попробовать ее исполнить? Он вначале говорит, что ребята, это, наверное, не стоит, как бы это вот, ну, он скромный достаточно человек. Мы попросили, и вот когда мы начали делать варианты аранжировок, прислали ему, послушали, он сказал, что это то, что я хотел сделать, ему очень понравилось. Вы знаете, мы ничего не поменяли, ни одной ноты, как он напел нам вот, на диктофон, он напел, мы им только сделали вокальную аранжировку на три голоса, и инструментальную аранжировку сделали, как мы чувствовали. И Владыка сказал, что это то, что нужно. И вот эта песня «Исповедь души» пользуется очень большой популярностью. Где мы ее поем, потом она в головах у людей откладывается, люди говорят, а мы приходим домой, и это та 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 ну, о Господи Боже, ты мой, это такой простой припев, и вот люди поют, мы поем эти песни, эти слова. Давайте послушаем. Да, да. С удовольствием. К святому граду приближаясь, душа взволнована болит, и трепет ужас обнимает. О Господи Боже, ты мой, меня ты прости, и руку мне помощи дай, меня прими. О Господи Боже, ты мой, меня ты прости. Там кровью пролит, ты царство нам приготовляя, о Боже, всемилосердный ты, о Господи Боже, ты мой, меня ты прости, и руку мне помощи дай. Прости.
Встретимся с молитвою своей, и шепотом на ушко изливая грехи души, души моей. О Господи Боже, Ты мой, меня Ты прости, и руку мне помощи дай. Милосердный Боже мой, душой и сердцем согреваясь в Твоих щедротах, о мой Бог. О Господи Боже, Ты мой, меня Ты прости, и руку мне помощи дай, меня прекрасная песня, вот, запоминается, мелодия красивая. Я был на службе здесь, в Петербурге. Он приезжал в Константино-Еленинский монастырь, владыка, и я слышал его голос. Меня он сразу потряс. У него такое какое-то вот необычное, как ангельское пение с византийским таким... с византийской мелодикой. Очень необычно. С мелизматикой красивой. Да, необычно. Необычно. Я подумал, как бы мне так научиться. Потому что мы привыкли к шаблону. А он сломал этот, как бы, шаблон, не знаю, где он это. И это очень здорово. Ну, я имею в виду, даже вот богослужение это очень здорово действует. Угу. Очень молитвенно. Вот что самое главное, да. Это богослужение, это молитва. И люди это отмечают. Ну, вот, чувствуется, знаете, посыл. После того, как у нас вышел диск «Слава Богу за все», у нас, когда совершилась презентация этого диска в «Югра Красив» в большом концертном зале, был благотворительный большой концерт, после чего вот диск «Слава Богу за все» была его реализация, и средства собирались на строительство нового храма в городе Ханты-Мансийск. После этого у нас было общение с владыкой Павлом, и он говорит: «Ребят, ну, по-моему, неплохо получилось, и вот было бы здорово, если бы вы обратили внимание на великопостные песнопения». Мы говорим: «Владыка, ну, мы не в материале, то есть это же настолько вот тонкий такой музыкальный материал, к которому нужно быть готов». И это целый план, и внутренний еще. Да, да. И у нас как бы был какой-то и страх, и даже, ну, удивление. Он говорит: «Да, ну, я чувствую, что вы сможете». И, в общем, наверное, вот этим вот своим уверенным каким-то моментом, настроением уверенным, который он сказал, мы почувствовали, может быть, действительно попробовать. И вот буквально вот в этот пост, да, который у нас был, да, мы за месяц записали все вот треки, которые, на наш взгляд, должны были войти вот в пластинку. А это что, новый диск? Избранные песнопения Великого Поста. 17 песнопений получилось. А где? Откуда? Где вы брали произведения эти? А мы обратились за помощью к регенту, к которому мы с Сашей ходим петь. Mm-hmm. Это в Краснодаре. Храм иконы всех скорбящих радостных. Да, там регент Дина Косенко, она нам помогла, подобрала репертуар, подобрала материал. Немножечко с нами занималась, мы что-то послушали, где-то хоры, где-то сретенский хор послушали, взяли себе на заметку, что-то нужно сделать так, что-то нужно переделать, потому что настроя в основном в таких песнопениях там 4 либо 5 голосов настроя, поэтому мы немножечко по-другому отнеслись. И вот скоро в свет выйдет диск,
второй диск арт-группы Лага, что для нас огромная радость, и будет он называться «Душе мое восстание». Для нас с трепетом ждем появления этого диска, так как ребенок второй уже рождается, и владыка Павел Ханты-Мансийский, Сургутский, митрополит, благословил этот диск так же, как и первый, и мы будем рады приехать и подарить его вам, батюшка. Ну, ребята, вам повезло. И с покровителем. И вот, да, Господь вас ведет так, таким образом. Мы это, слава Богу, я просто желаю вам, чтобы эту ноту держали высокую. И враг рода человеческого, он не любит такие вещи. Поэтому держитесь. И самое главное, ну, сам, каждый сам по себе, старайтесь вот, да. духовно как-то. Да, мы понимаем, о чем вы говорите. Искушения разные, да. Подножки всякие. А в коллективе враг-то у него задача разделяй властвовать, да? Угу. Чуть что-нибудь какая-нибудь мысль появится. Вот я на прошлой проповеди обратил внимание, значит, прихожан на тайную вечерю. А там интересная такая картина, она икона. Вот, и там Иуда сидит, а у него, значит, рука сзади, а в руке у него это... мешочек с 33 серебряниками. И он такой внимательно слушает. Христос говорит там, что-то там заповедует. А у него, значит, он сзади держит этот мешочек. Он уже задумал что-то. Враг, ну, не дремлет никогда. Так что дай Бог ему вот, спасибо. Продержаться. Мы просим вот, ваших молитв. Да, спасибо. От церкви не отступайте, самое главное. Очень хорошо, что вы пошли по этой линии. Я думаю, это ценно. И я думаю, что это не нашей церкви это нужно. Что, я, может быть, мы не последний раз встречаемся. Дай Бог. У вас будут диски появляться. Можно в следующий раз, вот, может, вы в пост приедете в Петербург. Или у вас какие-то еще будут концерты здесь? Приглашать вас будут? Даст Бог, после вот вашего общения с вами появятся концерты. Будем чаще приезжать в Петербург. Может, выступать будем на совместных вечерах. Давайте еще что-нибудь споем сейчас. Вы знаете, вы сказали, что вы услышали Владыку в Константино-Ленинском, да, монастыре? Да. И вот мы сейчас хотим показать видео, херувимская песня. И автор, инокиня Елена, она написала музыку к херувимской. И вот эта херувимская, когда люди ее видят, они просят ноты, потому что такого они еще не слышали. И очень нравится людям. И мы благодарны судьбе за то, что нам в руки попались эти ноты. Вот сейчас хотим показать это видео с этой херувимской. Давайте посмотрим. Oh, yeah.
спасибо большое за ваше исполнение. Мы уже, наша передача заканчивается. Хотелось бы, вот, чтобы вы расшифровали все-таки название вашего коллектива «Ларго». Почему мы так назвали коллектив? Может, кто-то захочет узнать. Ну, «Ларго» – это итальянский термин, широко, вольно. Темп музыкальный термин. Да, музыкальный термин. Вот. А в, нашей, как бы, в нашем репертуаре много классических произведений. Вот. И мы подумали, выбрали это слово итальянское, «Ларго». Хорошее название. Широко, вольно. Вольно, да, это вольно. Как будто вот какое-то определенное. Возможность, свобода выбора. То есть мы вот выбираем свой репертуар сами. Занимаемся концертной деятельностью сами. Даем благотворительные как концерты. Чувствуем, да. Какое-то вот что-то, ну, знаете, символичное. Поговорка такая: хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Нас... Вот мы стараемся делать все сами, чтобы не с кого было спросить. У нас в коллективе, кроме нас троих, ну как бы никого нет, получается. Вот ответственность полностью на нас троих. Да. Здорово. Надо ценить это, этот момент. Будем ценить, будем работать. Держитесь. Дальше. Спасибо вам огромное. Друг друга. И, наверное, это все не могло произойти без поддержки и родственников, и каких-то людей, и творческих людей, и педагогов, и каких-то в нас очень меценатов. Много людей. В нас очень много людей без вложили Божьей помощи, душу. Одним словом. Да, это да. Все большое количество людей, которые сам с детства ввели, повоспитывали, помогали. И вот это все привело к тому, что мы сегодня здесь с вами, батюшка, общаемся. И для нас это огромная честь. Да, спасибо, слава тебе. Богу за все. На самом деле очень много. Всю нашу жизнь с нами встречается вот у всех. У каждого из ребят, у меня в частности, хорошие, добрые люди. И это большая радость, что добрых людей много. Спасибо, что они у нас есть. Слава Богу за все. Ну, не знаю, что еще добавить. Кроме... Знаете, мы хотим добавить, мы хотим поблагодарить от телеканал «Союз» за это приглашение, за то, что вот мы сегодня здесь с вами, и процветание. Процветание и помощи Божьей, чтобы все было хорошо, чтобы эфиры были, чтобы пожертвования стабильно было, да, чтобы это все было стабильно, чтобы ни шагу назад, потому что это нужно людям. Люди это смотрят, и люди в этом нуждаются. Сейчас этого мало, и такие телеканалы, как «Союз», они нужны. И процветание, конечно же, и сил. Да, и вам спасибо большое за то, что вы нашли время и своим творчеством, вот как внесли такую лепту и в эту передачу, и в телеканал «Союз», и в духовную сокровищницу, можно сказать. Я лично вот занимаюсь тем, что я собираю такие крупицы, вот, в альтернативу того, что происходит сейчас у нас на телевидении, на эстраде, вот, это культура. И мы с вами тоже часть культуры. Вот. И слава Богу, что эта культура связана с нашей верой, да, с православием, со Христом. И действительно, вот правильно, слава Богу за все. Замечательный день. Самое, мы с этого начали и этим заканчиваем. Слава Богу за все. Да. Спасибо, Господи, дорогие мои. С вами была передача «Ларгские встречи» и арт-группа «Ларго». Боже, всем помощи и ангела-хранителя. Спасибо, Господи.